Приветствую зрителей и подписчиков канала Варежка Усадьба. Сегодня монтируем теплицу варочную 2М с одним торцом. Будет вход для бани. Здесь вот приступаем. Продолжаем. Собрали каркас, обшили один торец. Будет тамбур для бани. Перекрываем. Закончили монтаж. Это будет пристрой к бане, тамбур. Фактически теплица арочная 2М. 2 на 2. Только с одним торцом. Замок. Цельная дверь, вход в баню, косины диагональные, фундамент клиент сам сделал из досок, но все надежно. Поликарбонат, бронза, 4 мм. Каркас с профильной цинкованной трубы 20 на 20, в дверях торце 20 на 40. Полимерно-порошковым способом окрас, цвет шоколад. На торце уплотнительной резинкой, отлив над дверью, крючок, замок. Все красиво. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте комментарии. Всем пока. Также на участке стоит наша такая же теплица арочная 2М, 2 на 5. Все четко. С огурцами и коньковой фрамугой. Состояние отличное.